Всем привет! Меня зовут Алексей Монахов, и в этом уроке я вам расскажу про пирамиду Парадидлов. Пирамида Парадидлов – это упражнение, состоящее из трех рудиментов – одиночного, двойного и тройного Парадидла. Каждый из них мы играем по 4 раза, и так по кругу. Важно! Прежде чем вы будете играть пирамиду целиком, разберите каждый парадидл отдельно и только потом их соединяйте. Давайте более детально рассмотрим, что у нас происходит в руках и какие удары мы совершаем. Одиночный парадидл я уже разбирал в другом своем видео, поэтому мы начнем с вами с двойного. Нам нужно научиться играть каждую рукой отдельно. Для этого одной рукой мы будем играть в пэт, другой мы будем играть, например, в ногу. Что происходит в правой руке? Мы совершаем открытый удар, после которого поднимаем палочку вверх. Затем идет удар вниз, оставляем палочку внизу. Два тихих удара, двойка. Еще один тихий удар. Затем у нас идет тихий удар, после которого мы поднимаем руку до следующего акцента. Открытый, удар вниз, двойка тихая, тихий удар, удар вверх. То же самое левой рукой. Отшлифуйте движение отдельно каждой рукой, и вам станет гораздо легче играть двумя. Аналогично разберем тройной парадидл. Открытый удар. Возвращаем палочку наверх. Еще один открытый удар. Затем у нас идет удар вниз. Оставляем палочку внизу. Два тихих удара. Двойка. Тихий удар. Тихий удар и тихий удар, после которого поднимаем палочку вверх, чтобы быть готовым нанести следующий акцент. Теперь сыграем пирамиду целиком в более быстром темпе. Крайне рекомендую добавить пирамиду парадидлов в ваши ежедневные занятия. Это очень мощное упражнение, которое поможет вам развить контроль в ваших руках. На моей странице в Boosty вы можете найти дополнительное видео к этому уроку, где я разбираю еще один эффективный способ отработки пирамиды парадидлов. На Boosty будет появляться уникальный контент к моим урокам в виде дополнительных видео, нот и советов. А если вы не хотите оформлять подписку на Boosty, то можете единоразово поддержать мой канал и выпуск новых обучающих видео. Все ссылки в описании. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Всем хороших занятий!